Андрей Ток, с вами Лизок. Ребята, я сейчас нахожусь в торговом центре, и я сейчас вижу Германа с Иком. Они уже купили ему подарок. Да, ну, Германуш, привет. Оксану забирать. Ну, пожалуйста. Привет. Там Аня есть. Привет. Привет, привет. Вот уже Германа большой подарок. Мы сегодня хотим еще встретиться с моей подружкой Сашей. Сходим еще в Макдональдс. А если нас не подведет погода, то мы сейчас съедем в гидропарк. Надеюсь, что это так и будет. Мы уже подходим к Макдональдсу. Заходим. Смотрю, какие же есть тут игрушечки. Мне кажется, они не поменялись. Так, вот тут сейчас такая тема космоса. У меня есть вот такая игрушка. И вот такая вот. Вы, наверное, удивились, почему я взяла не Hello Kitty, а вот эту черепашку. Просто мне кажется, что черепашка это что-то поинтереснее. Пока с Кумом и Германом ждем, пока мама принесет нам еду. И вот, посмотрите, какой подарок Герман выбрал для себя. Это вот такая большая полицейская машина. Еще вот такая вот маленькая машинка Hot Wheels. Да, и вот такой вот полицейский. Да, там еще есть какой-то такой парень у нас. Пистолетами. Да. А сейчас к нам еще подойдет Оксанка, и мы будем все вместе кушать. Только что пришла Оксанка. И нам Герман принесла подарочек сладкий. Мне вот такую хрюшку, а Герману вот такую вот милую пандочку. Мы с Сашей сейчас зашли в будинок игрушек и хотим посмотреть, какие тут есть игрушки. Да, хоть мы уже и большие, но все равно мы игрушки любим. Мне нравятся тролли. Я хочу тролля купить себе. Вот такие вот тролли, да? Да. Близняшки. И мне нравится вот этот пенниборд. Мы тут тоже как-то смотрели пенниборды, но мы выбрали. Я хочу игрушки. Себе купить еще в Германии зеленый спиннер цветом зеленого хами. Вот эти ребята еще есть. Смотрите, какие милашки! У меня такой есть. Ну, набор такой. Маленькие. Прикольно. Ой, что же они быстро пачкаются. Очень быстро пачкаются. Полера Бакар. О, а это прям для рекламы. Одно очень прикольное тесто. Мне недавно мама купила. Какое хотя тесто? Я уже большая, но это ничего. Вот это вот. Типа, если ты, да, если ты съешь, то ничего не будет. Да? Оно соленое, да. Но прикольно. Прикольно. Ну, если ты просто хочешь кушать, и тебе нечего кушать, просто кушаешь соленое тесто. Да, это соленое тесто. Ой, я всегда вот хотела посмотреть по-настоящему, что это за такие маленькие куклы. Как бы и маленькие, как бы и большие для обычных. Я видела таких на канале Дианы. Диана Кит Шоу. Ну, это тут уже для маленьких. Ой, я вот тут раньше была, и мне вот этот унитазик всегда так нравился. Ой. Тут и таких малышей. У меня Baby Born кукла есть. У меня тоже есть. Только ее тут нет. Моей тоже тут нету. Я выбрала себе такую, типа такой принцессу, только она была немножечко другая. Это милый, большой, классный. У меня есть большая собака. Ребят, я, конечно, понимаю, что есть подушки эмоции, но что вот такие вот маленькие шарики эмоции. Смотри. И вот такие человечки, ну я смотри. Просто не ожидала. Прикольно. Ой, Саш, смотри. Какие милые. У моей одноклассницы есть вот такое вот и еще какое-то. Наши планы немножко поменялись, и мы решили не поехать в гидропарк, а прогуляться по Михайловской. Сейчас, скорее всего, мы зайдем в булочную, а потом будем веселиться.
решила сделать себе вот такую, а я вот такую. Старшая звезда и младшая звездочка. А у Саши вот такая звездочка. Только что мы с Сашей сняли челлендж бин-бузл. После этого челленджа мне стало немножко плоховато, поэтому мне нужно обязательно действовать чем-нибудь вкусненьким. И, в принципе, так прошла наша сегодняшняя встреча. Всех люблю, целую, до новых встреч. Пока-пока.